Ну, прям порадовало меня количество просмотров, на самом деле. Никогда не подумал, что столько есть пиплов, которых интересуют телефоны Huawei. Думал, все-таки все остальные на Apple сидят, на Samsung больше. Не, нифига, Huawei рулит, получается. Но, честно говоря, я вот это второе видео записать хотел большей частью из-за того, чтобы начитался комментариев. Я не понимаю, что очень много в интернете мальчиков, у которых еще не подросло мужское достоинство, и они пытаются таким образом самореализоваться. Хотя, с другой стороны, может быть, это и плюс. Пускай они таким образом самореализуются, нежели они будут где-то там наркотики фигачить под забором, да водку пить. Так что, в принципе, продолжайте в том же духе. Но рекомендую вам все-таки задуматься насчет того, что прежде чем что-то опохабить, лучше предложите что-то. Потом, дополнительно, что меня тоже заинтриговало, в том плане, что когда пишут, что, ну что хотите по поводу качества, да, телефона, что вот он там царапается. Это же стоимость, скажем, такая. Потому должно быть так. Нет, на самом деле вы не правы. Почему? Потому что я одно время занимался косметикой, и есть некий крем, который стоит по 4 по с лишним тысяч рублей, да. Но заверьте, стоит себестоимость косметики в этой, там порядка 200 рублей. Поэтому на самом деле не факт того, что вот эта штука стоит тех денег, которые она продается. У них не даже половину себестоимость имеется в виду. Она может быть четверть максимум, если и стоит, то это дай бог. А так на самом деле не так. В том количестве, в котором она производится, в масштабах, естественно, она может стоить недорого. Значит, что произошло уже за месяц, считайте, за месяц пользования, да? Во-первых, я говорил по поводу того, что мне не нравится стекло, которое сюда приклеивается, это 3D. Такое понятие. Да, потому что вот тут нет клея никакого, и когда на свет там ну, крутишь его, видно, что там такая воздушная подушка. Не вот этой белой частью она приклеивается. И что самое интересное, в принципе, они все равно молодцы. Она пока еще не отклеилась. И вот здесь вот я купил чехол, вот здесь есть такие вот, как бы я даже не знаю, видно, не видно их, такие вот штучки, вот, которые давят на стекло, и по логике у меня было на Samsung прямое стекло, да, и оно выжималось, постепенно начиналось приподниматься, и там воздух появлялся, ну, наверное, у всех такая беда происходила, и приходилось со временем менять стекло. Вот здесь, еще раз говорю, пока нету, блин, как прям переплюнка. Вот, купил я чехол. Я прорекламирую эту компанию, в которой я купил чехол. Почему? Потому что, во-первых, я работаю рядом с ними, а во-вторых, блин, ребята нормальные. Это называется гаджеты всего мира. По-моему, что-то вроде так. И у них эти чехлы на любые модели стоят приблизительно 450 рублей. На самом деле это не является тысячей, что мне там запрашивали, когда только значит, появилась эта модель, и, в общем-то, фиг, где купишь чехол. А что касается стекла, я купил, как и, в принципе, в комментариях я прочитал, человек там пишет тоже вам видео, я тоже вам видео, только единственное, что я сам установил это стекло. Ничего сложного там нет, у меня немного точкой не попал, а оно почему-то само вот так стабилизировалось. Возможно, от тепла, перемена температуры, и оно смещение дало себе. Ну, пока все идеально. Что касается самого удобства, как я говорил, вообще просто я за счет того, что сейчас новый чехол, он, во-первых, не царапает, и мне он намного, ну, приятнее держать его стало. Чехлы бывают разные, бывают вот такие здоровые какие-то, ну, я вот фанат вот такого, ну, что делать. Не рекомендую покупать такой телефон, конечно же, людям, которым нафиг не нужен такой экран, потому что, как опять же в комментариях там писалось, что одной рукой неудобно. Да, в принципе, он прав, что одной рукой не совсем удобно бегать по экрану. Но, с другой стороны, здесь вот так вот проводишь, и он становится меньше. Конечно, это бред, нахрен это нужно, но если вам нужен большой экран, то, блин, супер, мне это очень нравится. Так что, в принципе, чехол купите такое стекло, и будет все более чем замечательно. И повторюсь, как я с самого начала, ребята, ну, если вы пишете комментарии, не пишите гадости, ну, честное слово. Либо, если вы написали гадость, напишите какое-то предложение. Я в следующий раз обязательно учту ваше предложение. Естественно, я постараюсь как-то все по-другому сделать. Спасибо всем и удачи!